Хей, йога, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру под названием Chasm. Chasm. Так, в прошлой серии мы убили с вами босса-крысу, мы открыли какие-то катакомбы, и мы сейчас в них пойдем. Вот эти катакомбы. Жутковатое на самом деле место, в прошлой, да, серии мы еще сдохли. Потеряли копье. Я не думаю, что вот эту водичку нужно бульку еще прыгать. Зараза. Я не хотел дефьюзать. А, хорош, хорош. Так, походу здесь я смогу цепляться. Пойдемте в эту сторону. Пойдемте в другую сторону. И лучше вернемся там, где были. Фига тебе ударов нужно. Нифига тебе ударов нужно. Попробуем с помощью дубинки. Готово. Урны, еда. Ну, еда там немного одна испорчена. Рубин. Блин. Какие-то руки у нас. Теперь мы можем цепляться за поверхности. Ай, прямо в сраку. Не хочу. Не пойду. Это мы теперь открываем новый проход, да? Окей. Здесь у нас тоже три двери. Нам так получается идти туда, где тот мужичок был. Ладно, берем меч. Да, мы-то хотя бы... Воу! Не даем змее, хотел сказать. Подойти, она плюется, оказывается. Так, далеко там сохранял-то? Ее тут вообще нету. Морковка! 18 кп. Не, ну если я сдохну, я не хочу умирать. Отец. Чувствую, я скоро полягу. А как мой этот тогда пробежал здесь? Не сдохнув. Окей. Учту. О! Еще кто-то. Кузнец.
Но он мне скует новую броню. Отлично. Ну стоп, просто бежим прямо. Смотрим, уходим. Здесь нету секреток, нету. Просто место с ловушками. Что здесь? Кольчужный этот шлемак. Хотя бы что-то на голову. И то радует. Хотя бы что-то на бошку. Пять ударов нужно, чтобы грохнуть этого зомбака. Так, нужен огонь, чтобы поджечь. Туда я пока что не понимаю, как попадать. Огонь, я знаю, мне нужно для двух вещей. Я помню, где-то был у нас чисто черный туннель. Туда мы должны принести... Ты издеваешься? Мать, ты гей. Мать, ты гей. Какой-то улей. Обожаю чем-то уже эту игру. Что-то сейвингов почти нету, зато жопа будет гореть, если я сдохну. Ведь мне этот участок придется полностью заново проходить. Нужно его заставить... упасть. Давай еще. Я тебя понял. Делаем тогда читерским способом. Готово. Теперь я знаю, как убивать врагов, которые вообще на другой местности находятся. О, длинный меч. Такой же, как у меня, только улучшенный. Ух, левел ап. Да.
Вон, плевать, этих зомби можно перепрыгнуть, да и все, не мучиться. Просто перепрыгнуть и не мучиться. Ух. Не допрыгивать. Сейчас бы не допрыгивать. Так, отлично. Можно мне где-то хотя бы сейф? Благодарен. Благодарочка. Так, игра сохранена. Катакомбы, катакомбы. Равно нужно 4 удара. Так, еще одна монета. Падающий песок. Воу-воу-воу-воу-воу. Что-то новенькое. Или это бумеранчики? Еще что-то новенькое. Какие-то летающие духи. Мне достаточно одних новых врагов. Да. Это бумеранговщики. С этой стороны. Зараза. Пауки, блохи, пауки, что это? Мне нужно принести кого-то или что-то в жертву. Ай. Телет, бумеранчик. Скоро левел апну. Короче, бьем 2 удара и убегаем. Вот зараза. Надеюсь, это было логично, то что я вернусь обратно. Здесь это было логично. А нет, это не... Хотя... Просто сохраниться. Благодаря тому, что я левела поднял. Там. Катакомбы. Мне мало очень дают на самом деле опыта. Из боссов побольше будет. Нужно раньше бить. Пока не пока, но долетит, а сразу бить. Так, у меня развилка снова идет. Блин, это обязательный урон. Если я упаду.
Если я падаю, это обязательно их урон. Бля. Угораздило мне получить урон. И что ценное, что там? Алебарда. Меч будет получше. Он быстрее, эффективней. Так, теперь только вниз. Добро. Какие-то непонятные полтергейсты. Минус. Лохи. Ну, короче, просто прыгать, да и все, не буду ломать бумеранг. Три удара. Этой херни нет. Готово. Минус. 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 Близко! Почему мне хилки не дают? Его никто не трогает. Меня все вражины трогают, его вообще не трогают. Ага, у нас какой-то сейф. Какой-то код. Там врата закрыта. А, давайте, короче, я вернусь на поверхность. Могу это где-то быстро сделать. Здесь, да? Здесь я буду просто падать вниз, да? Фу. Где же быстрое сохранение мне найти? Здесь тоже не вариант. Ладно, давайте как раз я золотой сундук открою. О, мне что-то как раз туда и нужно, слушайте. О, плюс еда. Там я ж не мог залезть, теперь я ж могу залезть. Да-да-да. Да-да-да-да-да, теперь я могу туда залезть. Тут-то нет. А там-то да. Только там не все, да, участки, где мог залезть. О, двух ударов валю. Так, ладно, пройдемся тогда здесь. Может, там все-таки что-то ценное есть. Не увидел. Один урон по мне.
не так уж много. Так уж много урона. Крысиное тут мясо. Что-то новенькое. Почему я сюда не пошел? Почему я сюда серьезно не пошел? Типа проход есть. Потому что я тут сдох! Где-то вспомнил. Я сюда не пошел, потому что я тут сдох. Да. Ладно, сейчас это все быстро пробежим. У меня же плюс есть когти, если что, вдруг зацеплюсь. Зато сундук золотой открыл. Тоже радует. Там еда, походу, которая у меня фул хп будет регенить. Но это ж не зря еда упала с золотого сундука. Этих можно уже пропускать, просто бежать вперед. Просто бежать вперед. Опять монет, у меня же 500 монет выходит. Так, сохранимся. Здесь где-то был телепорт, разве нет? Тогда вижу наверху. Наверху, наверху. А как мне выбраться отсюда безопасно? Для своего же тела. Пойди с помощью вот этого прохода. Нет. Точно не с этого. С нижнего. А нет, это падение вниз. Так, это у нас выход сейчас будет на улицу. Тут недалеко пробежать, и можно будет залезть. Пойдемте, 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 залезем. Потом вернемся и пойдем сходим в наше здание, где... магазинчик. Да, могу залезть. Ой, шахтер. Так, вот теперь точно у него я могу купить этот. Каску, скорее всего. 25 монет, 10 монет,
плюс 10 монет. Итого у меня там уже 500 с чем-то или уже 600 даже есть. Так, а отмечается же, да, на этом? Это кого я должен еще найти, да? В основном покупка. Продажа. Так, и там где должен быть кузнец. Белк. Пай. Это улучшенные, замечу, вид одежды. Так, сюрикены. Magic Ice. Может, сюрикен купить? Атака 6. 16. Давайте топор купить. Нет, давайте сюрикены. Speak Magic Travel Stats. Throwing knives. Берем этот. Отдельные ножички, отравленные походу. А, где? Ай. Охил. Ой. Давайте я один куплю. И хватит. Да. Где остальные жильцы? Он сам останавливается или мне нужно останавливать? Ясно. Лучше бы оно само останавливало. Я бы меньше проиграл денежек. Ну, в принципе, давайте... А, я ж не сохранялся, точняк. Поэтому я еще потом могу покрутить. Давайте тогда на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.